Всем моим красоточкам пламенный приветик. Девочки, я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. Сегодня я снимаю видео, как говорится, по следам моих последних приобретений, да, то, что я сумела найти для себя на распродажах. То есть, кто не в курсе, я скажу, что у нас во Франции прошли государственные распродажи, то есть сольда по-французски, которые вот закончились 17 февраля. И, конечно же, я кое-что нашла для себя интересное, перед чем я не могла устоять. Ну, меня поймут такие же люди, наверное, как и я. Кое-какие вещи я вам уже показывала в своих видео, можете их найти у меня на канале. Вот, а сегодня я вам покажу кое-что из обуви. Я купила несколько пар обуви, ну и так по мелочи. Ну, начну я вот с чего, девочки. Я начну с вот такого вот миленького подарочка, да, который мне сделали в бутике Damart. В честь моего дня рождения, который уже давно прошел, до 2 января. Ну вот они делают такой вот, как говорится, petit attention, то есть маленькое такое внимание уделяют своим клиентам, да, хотя я у них там покупала вообще очень-очень мало чего. У меня, правда, есть карта магазина их. И вот они мне подарили вот такой прекрасный наборчик, да, уходовых средств от марки Fragonard. Вот, я не знаю эту марку, девочки, но мне в Инстаграм написали, что некоторые девочки уже пользовались их продуктами, да, и им они очень понравились. У нас в городе, по-моему, нет этого бутика, вот, ну, у меня будет как раз случай поиспользовать и попробовать вот эти продукты. Вот такая вот троечка, и еще идет вот такое мыло. Но вы знаете, девчонки, запах просто божественный. Ну, что хочу сказать. Аромат, конечно, очень-очень приятный, очень нежный, действительно очень-очень весенний. Вот пахнет прям вот весной, свежестью. Этот аромат, насколько я поняла, это аромат фиги или инжира. Вот, это молочко для тела, вот такой вот лосьончик для тела, да. А следующее это шампунь 2 в 1 с кондиционером уже вместе. И следующее это вот такой вот гель, ну гель для душа, для тела. Вот аромат, конечно, божественный. Очень-очень приятный, ну я обязательно попробую эти продукты. И все это шло в таком вот миленьком мешочке, такие вот мини-продукты. Так, дальше, что же я купила? Следующее, девочки, что я приобрела? Я купила кисточку в Sephora. И что хочу сказать, что в Sephora кисти, девочки, очень качественные, очень хорошие, у них огромный выбор, вот, но они, к сожалению, очень дорогие. У меня есть несколько кисточек, которыми я пользуюсь, и вот на этой распродаже я воспользовалась и приобрела себе вот такую кисть. Ее цена 28 евро, ну, пополам я ее купила за 14 евро. Вот, мне очень нравится эта кисть тем, что она двусторонняя, очень удобна. Даже если, допустим, брать с собой в поездку, да, и вовсю уже пользуюсь ею, мне очень нравится эта сторона для пудры, я ее использую для пудры, а эта сторона, ну, я использую либо бронзер, либо румяна. Отличная кисть, поэтому я осталась очень-очень довольна, что я ее купила со скидкой. Следующее, что я купила, я вам показывала, да, в своем аутфите карандаш, контур для губ от Lancôme. Девчонки, вы знаете, контур классный, я им пользуюсь. Единственное, то, что не оказалось моего любимого контура, Make Up For Ever, но я вот нашла замену, купила Lancôme. Девчонки, у него прекрасный-прекрасный тон. Вот кто ищет такой вот красивый натуральный тон, то я вам советую номер 303, который называется Rose Boise. Это вот такой карандаш. Потому что такой тон, девочки, не во всех марках можно найти. Я тестировала и Chanel, и Dior, и Clarins, и Givenchy, и в Saint Laurent. Я не нашла вот такого тона, который я искала именно на каждый день. И по самой текстуре он очень-очень приятный, он такой мягкий. Сейчас я вам покажу, сделаю swatch. Кстати, здесь есть кисточка, да, кто пользуется кистями. Ну, то есть, кто набирает губную помаду кистью, я не пользуюсь. Вот, вот такой вот карандашик. И сейчас я сделаю swatch. Ну, он, конечно, ложится как по маслу. Вот такой у него оттеночек, Rose Boise.
Вот, очень красивый оттенок, очень хорошая текстура, и я не жалею, что купила. Купила со скидочкой минус 20%, потому что, ну, на моей карте вот была такая выгодная скидочка. И следующее, что я приобрела, я купила тушь для ресниц. То есть повторила тушь. Заканчивается моя тушь от Dior Show Экстаза. И мне нужно было купить что-нибудь новенькое. Вы знаете, я, кстати, говорила в прошлом видео, что я у них купила тушь Benefit. Benefit Lash. Вы знаете, она мне не понравилась. Я не буду, конечно, критиковать, говорить, что она плохая. Нет, она может быть для кого-то хорошая, эта тушь. Но для моих ресниц она не подошла. Поэтому я вернулась к той туши, которую уже знаю, которую я уже брала. Это тушь от Dior, которая называется Dior Show Iconic Uvercurl. Вот, обычная черная тушь. Она с изогнутой кисточкой. Мне она очень нравится, потому что я уже ею пользовалась, я ее вам показывала в своих видео, и в пустых баночках о ней рассказывала. Вот. Поэтому не стала я долго там стоять, выбирать уже, обменяла на то, что уже знаю. Вот такая кисть. Очень хорошая кисть. Эта кисть мне нравится намного больше, чем кисть, которая у меня на данный момент, Dior Show Extaz. Ну, не знаю, мне вот Dior Show Extaz не очень нравится кисть с такими вот разделителями, но сама по себе тушь хорошая. Так, и что же я приобрела дальше? Было кое-что из одежды и сумочка. Девочки, вы знаете, я приобрела себе сумочку. Эту сумочку, признаюсь честно, я приметила давно, я, можно сказать, в нее влюбилась, но как-то вот я тогда все-таки себя переборола и не купила ее. Все-таки я решила, ну, думаю, сумки у меня есть, не буду покупать. Но в этот раз на скидках, когда я ее увидела, со скидочкой тем более, я, конечно же, ну, не раздумывая, просто ее взяла, схватила. Сейчас я вам покажу вот такую красоту. Она просто-просто великолепна. Это вот такая вот сумочка. Эта марка, если честно, я не знаю эту марку, Нина Вита. Вот, это кожаная сумка. Ну, даже тут вот есть кусочек кожи, да, приделанный. Вообще, девочки, я, знаете, сразу хочу сказать, что я не фанат каких-то там марок определенных, да, я не гоняюсь за марками, за брендами абсолютно. Если я вижу вещь, если она мне нравится, даже она, пускай неизвестная будет какая-то, да, я обязательно ее куплю. Для меня главное, чтобы была приемлемая цена, чтобы она мне нравилась, естественно, была по моему вкусу. Вот и все, я не гоняюсь абсолютно за марками. Вот, вот такая вот сумочка. Она просто великолепная. Она очень оригинальная. Мне понравилась ее форма, как она сделана. Вот такое разнообразие цветов. Можно подбирать любую одежду, да, под эти цвета. Вот, она здесь на двух таких вот замочках. Сейчас я вам покажу. Вот так она здесь сделана. А здесь еще идет к ней длинная ручка. Вот эта ручка, но я не думаю, что я буду носить эту ручку. Вот так уберу бумажки, и внутри она выполнена вот так. Есть кармашек на молнии, достаточно такая вместимая. И вы знаете, девочки, были цвета фуксия и была сиреневого цвета, очень красивая, такой красивый насыщенный сиреневый цвет и сиреневые цветы. И вы знаете, я то стояла, выбирала, не знаю сколько, не могла никак определиться, либо сиреневую, либо вот эту. Но все же мой, как говорится, разум мне сказал: Аня, бери вот эту, потому что эту ты можешь носить под все, под любую одежду, под любой цвет, а сиреневая все-таки она немножко как бы обязывает. Поэтому я купила ей именно вот эту вот. Ну, я в нее просто влюблена, не знаю. Это, не знаю, это моя любовь. Посмотрите, как она красиво отделана вот здесь, да? Все так качественно. Вот. Ну и кое-что было, конечно же, из одежды. Сейчас я вам покажу. Так, девочки, одежду я приобрела опять в бутике Jacqueline Rieu. Вот шла мимо и зашла уже в конце распродаж, думаю, ну зайду гляну, что там у них еще есть интересненькое. И зашла не зря, как говорится. Купила в основном все из классики. Купила я вот такие брючки. Брючки потрясающие.
Вот такие классические брючки. Это брючки 7 восьмых, они укороченные. Отлично пошиты, посмотрите, как они сделаны. Сбоку на замочке. Вот. Они по фигурке идут. И длина 7 восьмых. Ну, конечно, надо все показывать на себе. Вы знаете, девочки, я хотела сегодня надеть на себя, показать, но у нас погода стоит ужасно. У нас очень серо и темно, и я не думаю, что это будет правильным решением, да, все это показывать в темноте, но все-таки как-нибудь я вам покажу их. Вот такие вот брючки. Следующее, что я приобрела, девочки, я приобрела вот такую вот кофточку-накидочку. Комбинировка с гипюром. Я обожаю такие вещи, девочки. Я просто люблю вот такие вставочки гипюровые, да. Это очень актуально во Франции. Вот такая трикотажная кофточка. Рукава до локтя. Вот. Сделана она вот так. То есть спинка у нее вся гипюровая. Спереди у нее борта вот такие удлиненные. То есть можно завязать впереди на хомутик. Сейчас я вам покажу. Вот, пожалуйста, я подвязала на хомутик. Это смотрится все вот так. Она смотрится, конечно, просто-просто супер. Даже вот с этими штанишками укороченными вообще просто супер класс. Будет классно смотреться с какой-то юбкой красивой. Вот. Вот такая оригинальная вещь. Тоже купила со скидочкой. И следующее, что я приобрела, девчонки, ну это просто, знаете, я когда увидела эту вещь, я ее сразу же решила померить, потому что это в моем стиле, это в моем вкусе. Вот такой вот красивый жакетик болеро. Вот в таком классическом стиле. Вот такой укорочен идет рукав, сзади вот такой вот вырез. Все сшито просто великолепно. То есть лекала у них, конечно, ну, я не знаю, безупречная. То есть вещь садится на тебе как влитая. Вот, посмотрите, какие детали, да, как это все красиво отделано внутри. Вот, и сзади это все выглядит вот так. Ну, конечно, смотрится просто-просто супер, даже вот с этими штанишками укороченными, черненькими. Просто великолепно. И также будет смотреться красиво с какой-то юбкой. Вот. Ну, следующее видео я, наверное, сниму продолжение, я покажу вам только обувь, потому что я не хочу занимать слишком много вашего времени, сделаю вторую часть. Так что до скорых встреч, надеюсь, что вам было со мной интересно, если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, комментируйте, и я надеюсь, что до скорого. Всех целую. Чао.